Прогноз погоды представляют аптека «Живика» и строительная компания «Свой дом». Аптека «Живика» гарантирует низкие цены. Зайди и убедись. Строительная компания «Свой дом» представляет жилой дом «Селфорд». Продуманные планировки, ландшафтный парк и подземный паркинг. Телефон отдела продаж 205-03-30. «Я устал, я ухожу». Примерно с такой фразы я ворвался в редакцию, и меня отправили. Ну, не в отпуск, конечно, но все-таки подальше из четырех стен. Теперь у меня новый дом. Ну, не коттедж, конечно, согласен, но зато уютненько в целом. Буду его потихоньку обживать, тем более поближе к земле. Давно босиком ходили, когда из дома выходите. Я теперь хоть каждый день могу так делать. Ну, и работать в целом. Отсюда же буду. Ва! Хорошо вообще. Но и самое-то главное, это погода на завтра. Про нее не забудем. Эта ночь у нас с вами будет прохладная, 10 градусов. В нем тоже вообще не жарко, всего 18. И хоть ветра сильного не будет, его компенсирует дождь. Поэтому зонтики обязательно. Всем хорошей погоды. Пока!